Добрый вечер, ребята, с нами на стриме Бодрый Дог Дима. Здравствуй, Дима. Привет, и Ханак у нас. Стример наш. Да-да-да. Ну, начнем наш ночной стрим, как говорится. Ну, поехали уже. Поехали, надо все, бомбить. поехали, начнем бомбить. Дим, кстати, расскажи нам чуть-чуть о себе, да. Чтобы мы знали. У тебя есть YouTube канал, я знаю, так что давай рассказывай. Ну что, ну в клане скилл я уже, наверное, года полтора. Не 500, я точно не помню. YouTube канал не так давно, не так, точнее, занялся, наверное, в сентябре, но полную раскрутку канала я не предпринимал, потихонечку раскручивается. Для клана скилл уже, наверное, месяца 3-4, наверное, делаю. Серьезное дело. Плюс наш, да, ну, найдете меня, просто пишите Бодрый Дог, там она сразу найдется. Это первый мой канал. Ну и группа ВК у нас есть, Overskill, тоже ей занимаюсь попутно. Еще сообщество есть, тоже Бодрый Дог, Google Plus, если найдете. Вот Twitch решили организовать. Так что заходите, подписывайтесь на Twitch, подписывайтесь где только можно. Много полезной инфы найдете. Так, у нас два тяжелых танка, я так предполагаю, давай, наверное, все-таки город. Поехали. Там тем более сейчас карту переделали. Можно нормально понагибать. Да, и плюс, я думаю, к тому, что ты уже сказал, подписывайтесь, смотрите, смотри, сейчас нас я его будет интересно. Бомбану сейчас. Ну давай, давай. Ты на чем, на ББХ, да, играешь? Не попал. Да, ну, конечно. Это один из плюсов сотки, попасть. Что он не попадает. Он любит, плюсов, не, да. Любит не попадать. Ну, 49, выйди, пожалуйста. Ой, я не попал. Он был у меня на прицеле. Те, кто увидит это видео. Тут лучше не стой. Я не стою, поехали, но я просто не попал. Он был у меня на прицеле, я не попал. Ну, бывает. Так. Расскажи нам о себе давай, потому что зрителям тоже интересно. Расскажу о себе. Давай. Я проезжай попутно в город и рассказывай. Да. Я Ханахмайнд. Ну, я новенький у вас в клане. Как бы, сколько я? 20 с чем-то дней. Ну да. Я считаю сейчас главным стримером, ну, после тебя, конечно, в этом клане. Нет, ты стример. Живу в Израиле. Живу в Израиле. Респект мне. Сколько? Да. Мне 30 лет. Работаю. Мне также 30 лет, я забыл сказать. Да, да, да. Работаю я не. Работаю я сам тоже. На себя. Все, играю в танки. Любим играть в танки. Так. Ну что, мне проехать? Да, давай, наверное, проезжай, посмотри, что там за углом. Так что те, кто будет смотреть наше видео на Ютубе, я прошу вас, подписывайтесь на наш канал. У нас очень интересные покатушки. И все. Да, будет я нормально. Вот надеюсь, вот это видео, я надеюсь, пройдет на Ютубе определенным параметром, и я его выложу. Я думаю, где-то мы часик покатаемся, да? Ну да. Потому что потом, наверное, пофармим. Зрителям будет интересно просто, может, на десятках посмотреть, как мы тут играем. Я недавно только приехал. Часа два назад устал, но соскучился лично поиграть, очень хочется. А, да, кстати, ребята, те, кто смотрит, кто будет смотреть этот видео, заходите на наш Twitch-канал. У нас там есть многие стримы, которые сохраняются. Вы можете посмотреть, даже если вы не участвовали на стриме, вы можете просто зайти и посмотреть. И посмеяться над нами, и написать то, что вы думаете, и поставить, конечно, нам лайк. Посмеяться над нами. Да, да, да. Ну бывает иногда такие моменты, когда мы срываем босс. Смотри по игре, сейчас у нас они давят полностью воды. А мы тут. Это уже видно. Мне интересно, где их не арта. Главное, чтобы тут никого не стояли. Давай, наверное, прокатуйся сначала в нычку сюда. Я сейчас тебя попробую прикрыть. Потому что я не вижу ни воду, ничего. ЛТшки у нас стоят, вот уже кто-то есть вот здесь вот. ЛТшки у нас стоят. Тут, ну, 268-то... Если можешь, тогда... Вон он. А, вот он. Иди с тобой, родной. Убивай его. Ой, не прошел. Альфа не прошла. Опа. Ничего. А, он в КД. Он в КД. Блять, я досвелся, в труп попал. Вот тут где-то стоит. Вот, угу.
Арта вторая вот тут где-то. Да-да-да, Я уверен сейчас, просто. сейчас мы... Вон, 54 сейчас даст. Вон он. Короче, смотри. Во, убиваю. Я, если что, откачусь сюда до Вау! базы, буду отстреливать. Потому что Просто тут урон не реально прошел. сильно. Он урон не прошел его просто. Только ты не становись. Ты, наверное, подкатывайся сюда, потому что там еще есть ПТшки. Я Это уже в очень плохо. засвете. Может, на базе ПТшка где-то. постоим и все? Вот она, ЛТшка, вот, Т-71. Э, блин, я его не вижу. Вон, тигренок, покажи мне свою морду. Ну, конечно, рикошет от твоей башенки красивой. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой, это был Виртухан, дорогие друзья. Это был Хо-хо-хо. он. На 683. Так, я еду, конечно, опасно, ну ладно, сейчас попробую что-то Я сделать. уже второй раз просто не пробиваю этого тигренка. А он меня просто Давай. прошивает, как ребенка сейчас. Конок, давай, 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 убивай его, прокатывайся без засвета сюда вот именно, чтобы они тебя не крыли, понял? Окей. Мы тут выиграли, я думаю, тут без проблем. А я буду пушить, опа, 110-очка, иди сюда. Ой, какой мой хороший. Как-то низко, правда. Ай, блин. О, пуля. Не пробил. Вот этого убей, вот, смотри. А, все, понятно. Он ушел. Нормально, все нормально, все нормально. О, притормозил на гусле. Все, бульдога нет. Ну, конечно. Ну, Е4. Ну, ты вообще суперский. Ну, если ты не Опа, попал бы. пробил, да? Ну, конечно. Я тигра Ну, второго не естественно. пробивал в корму. А где ты там? А, вон ты. Я пытаюсь уйти. Я пытаюсь. Если Е4 подымется, и его никто не даст одну плюшку. О, я Блин, я ушел. хочу ему плюшку дать, когда он поднимется на Три, два, пути. один, выиграли, 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 выиграли. Я еще даже... Блин, я вообще мало надамажил, это не прикольно. Давай еще Добро чего-нибудь. пожаловать в наше... Я тоже только 1000 надамажил. Добро пожаловать в такой рандом. Да-да-да. Напить охота, на водички надо было набрать. Набери, набери, набери. У нас есть Ну время. ничего, давай, сейчас я сейчас выберу, поставлю танк, а ты давай, наверное, тоже какой-нибудь сейчас, я, наверное, британца, у меня там по винрейтам хорошо идет, и пойду в воду, а ты тут расскажешь мне. Поехали. Да, этот мой не самый любимый танчик. Он просто невезучий какой-то. И закидывает как-то, не знаю. Но мне просто не нравится. Wargaming, извини. Он не был никогда этот танчик. Так что мне он не супер нравится, но он нужен в плане. Так что посмотрим, что мы можем на нем сделать. На ББшках он, правда, пробивает. Может, я просто, ну, не знаю. Зимняя карта Вот и еще с все. тремя артами. Я рассказывал только Нави. что мне не супер нравится этот танчик, как бы, не знаю, 215Б вообще. Мне Какой у тебя? да, 215Б? да. Мне Conqueror 9 вообще нравился. А этот, не знаю, ну просто я захожу, и он на нем не везет мне, просто не везет. Не могу дамажить на нем нормально. Нет, ну не твой танк. Мне лично этот танк нравится, но бывает его жидкое часто фокусят. Потому что, блин, танка бешеный ДПМ все-таки. У Не, меня, ну... например, без плюшек 7.18. Это с боевым братством. О. 7.18 КД это самая быстрая КД у танков. А у меня 7.34. Ни барабан, ни кассетный. Ну, у тебя, видишь, может, ББшки нету, боевого братства нет. Нет, единственное, что не нравится, что если мы поедем, мы их тут у хандапупим. Но мне не нравится, что у них ВК, то есть сотка есть, ПТшка немецкая. И три арты, потому что три арты всегда фокусят на вот этот угол вот. И это. Если чит... О, я понял, сейчас мы проедем. И вот то, что у них СТшки. Кстати, мы покрасены с тобой вместе. У нас окраска одна. Вау! Давай. Да не попал. Как всегда. Да, я понял. Вон батик. Акробатик. Ну давай. Слушай, прикол в том, что я попал не в бата, а попал где-то Слушай, ты в знаешь, если АТР мы попал. просто поедем на соточку, мы можем ее здесь просто раздамажить. О, Я верю. это кто его? Вафли? Не надо, назад, 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 не надо, не выходи. Это должен был в меня быть снаряд, ну, попасть в меня. Оп, назад. 75 Да какой слева. назад ты стоишь? Он меня рикошетит. Не боись. Так. Ну, у него, по-моему, еще все, он КД. Но он Прикол должен в том, быть... что я второй раз попадаю. Поехали 75-ку забирать. Вон там. Поехали. Так. У тебя, блин, ну, из 4. Ну, не будь таким, дай нам проехать. У тебя мод Ну, стоит?
который считает время перезарядки. Сейчас я просто приму от него. Подожди, давай я приму, а ты просто выйдешь. Так. Он на гусле. Еще на гусле обновил, чтобы он никуда сейчас не он уехал. один. Он уже ремку использовал. Ого, я не пробил его. Опа, в меня кидай, в меня. На голде, молодца. Ну, Обожаю неплохо тебя. еще. На базу надо возвращаться, по-моему. Так, Не. да, давай. Давай. Он, Рушка поехала. Буля Не, ну поехал. мне попала арта через дом, ну это вообще жесть. Ну да, согласен. Ладно, я, короче, тут останусь, мне Стой, надо стой, тут. да, я проеду, я думаю, что он еще в КД, этот Вафин Трахер. Блять, сходу, ой, сходу не попал на Оп, обманул бульдога. тридцатку, обманул. Ну конечно, он же должен попасть в меня. Я не О, я пробил. попал в это. А кто в меня кидает так? Ай, не попал, ай-яй-яй. Рушку, ну, добей, 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 добей. Я же не там вообще. Да не ты, блин, вон, добили. Все, так, нормально. Сейчас приедет Вата, насует нам полный его. Сейчас. О, Там, взяли. говорит, Все, все, все. свинца, Я блин. остаюсь с твоей стороны. Там, по-моему, Леоперд, он шотный был. Леоперд, это Да, да, хорошо, да, да. там. Леопард. Ой-ой-ой. Просто держись. У меня 8 хп. Я не знаю, что я сделаю. Он просто дуло повернет и нас двоих заберет. Я ему пушку кританул. Он минус 3. Давай. О, 49 сейчас ему Сейчас даст. ему 49. Смотри, ваншот даст. Вау! Ват. Вау! Юнит 5-6-4, красава вообще. Он меня два раза не пробил, третий все-таки зафокусил мою шляпку и добил. Ага, ой, Артака, да? Так, и Знаешь, что 4. самое интересное мне не понравилось? Когда я стоял вот с этого угла, мне Угу. закинула ВКшка с поджогом. Ну, не ВКшка, я неправильно сказал, ФВ, короче. Вот эта восьмая арта закинула. Понял, через дом, вот там есть такая дырочка. Ну, скорее всего, отсюда. Через дом прямо мне в башню, наверное. Это С поджогом там. Просто нереально ФВшка, попасть так. кстати, у меня есть, она моя любимая арта. Я арту не люблю вообще, но она моя любимая. А мне не Лично. нравится, у нее дамаг слабый. Еще на На ФВшке? тебе. Ну да, там 800 что-то. Я ее проходил давно, да, прикольная, Ну но. я ее оставил, не продаю, потому что мне очень нравится эта артышка. Мне вот хочется. Сейчас смотрите. Тигр, наверное, попадет. А ну, а ну, давай, давай, тигр, ты успеешь. Не успел. Мне нравится вот это американская Т-92, но я хочу купить. Хотя бы насобирать очко. Опыта не хватает просто. Ну и купить М50 53 вот этого, которая на 9 левеле. Она мобильнее, башня крутится. Снаряд практически такой, как у 92-го. Проходит иногда даже так же. Так, давай возьму я, наверное. Деда возьму, четверку, наверное. Банально, но что-то хочется прокатиться. Не, у меня есть только такой дед. А деда семерку или что там у тебя? Дед Мороз. Посмотрим. Семерка с нынешней броней довольно-таки неплохо смотрится. Да. Да. У меня 260 понравилось. И Т-55. Ну, короче, вот это У тебя он девятый. есть? У меня он нету еще. Я даже первый еще не взял. У меня он нету. У меня вот я Т-28 только докачал за нехватки имени. Я вот, кстати, не помню. Я выставил. А, ЛБЗ у меня стоит. Ну, мне надо три машины убить, три нанести. В принципе, несложно, но раз на раз не попадает. Я вообще на них не заморачиваюсь. Поставлю просто, выполнил, выполнил. Мне Походу, на пьеса, как ЛТшке говорится, последняя включу. миссия на ЛТ. Я не Какая? знаю. Ну, 4000 и на светить там это. Мне нужно, короче, во взводе с кем-то светить, и чтобы взвод мой кидал, и все. А как же я его выполнил? Я тоже взвод с кем-то играл, но я буквально стал. Картой повезло. Я стал в куст и там Светил. насветил вообще Угу. где-то около 6000. Мне надо было 5 насветить. Это на Т-28. На прототипа вот этого. Да. Кстати, как он? Нормальный вообще? Тебе Концепт. понравился? На Концерт? прототипа я опять Ну, оговариваюсь. На концерт, да. концепта. Он тебе Ну, я понравился? сыграл на нем один бой, настрелял 3,5 штуки, ушел в минус на 40 с Ого. чем-то тысяч. Да, и ничью сыграл. Это что? Сколько у Ну. него, ну, снаряд стоит?
Не знаю, сколько стоит, но наносит он мало, наносит урона. 330, по-моему, каждому, как говорится. Голдой там, пробой у него слабый. ББшками тоже слабый. Такой, посредственный. Ну, на седьмом уровне. Просто я играл седьмой, а со взводный взял из шестого. И нас закинуло к девяткам. Но если на седьмом уровне, то довольно-таки пристойный будет. Такой неплохой. Ой, блин, а что ж вы не поехали сюда? Ё-моё. Да, никто не... Может, развернемся вдвоем, пока мы тут? Как ты думаешь? Ну, давай... О, давай. Не, я поеду фугаськать. Голдушка. Ну, потому что там, смотри, бат и 140. Они просто скоро заедут к нам и будут нас... Ну, ничего, я хочу подамажить соточку. 54-ку, давай. Фокусит башню сразу. Я не вижу. Попал. Мне нравится, автоприцел ставлю и бах, попадает. Это понятно. Ну не всегда, но попадает. Короче, нам двоим надо вытанковать их. Двоих. Добивай. Ой, не попал. То, что ты на автоприцеле-то не попадаешь. Угу, это слишком быстро я кидаю. Сейчас добью. Добей. Сейчас, быстрее, зрители. Сотка на нас разворачивается. И уезжай, быстро. О, не пробил. Танканул. Уезжай, уезжай. Ой, сори. Так, две сотки мы можем... Мы можем... Сотки средние. Я заеду сверху. Давай. Давай. Я тут подержу. От башни торгуй. Да не торгуй там, от башни торгуй. Он тебя не пробьет. Ха-ха! Люблю башенку сотки. Ой, арта закинула. Арта закидывай, да. Как я видел этот снаряд, как он летел ко мне. Сколько у него КД? Сейчас 30 секунд. Одну убьют, скорее всего. 30 секунд еще. КД? Ну сотка, ну пожалуйста. Сколько арты? А, ФВ еще британец. Британец. Так, они к тебе, да? А, они отъезжают. Даже на меня не смотрят. Забыли. Давай. Пропуш. На тебе, родной. Люблю соток. Бля. Слышишь, и первый тихо, сразу... Тихо. Давай вот этого, 1500. 1500. Давай, сейчас он кого-то... А, пока 62 там танкует. С этим. Ну пробил, молодец. Слушай, сейчас. Я голдой стреляю. О, есть. Пробил. Ой. А, я ББшками. Ой, кстати, у него сейчас заканчивается КД. Ой, я не попал. Танканешь? Или нет? Сзади сотка. Ой-ой-ой. Не подумал. Давай ну 90. Но у меня нет уже, все, у меня нет. Я знаю, где тебя пробивать. Ах, у тебя сзади где-то сотка была. Сейчас поднимется к тебе. О, красава. Мне в орудие попал. Бодрый док, молодец. А я пока не пью воду. Слушай, блин. Ну, приехали на помощь просто тут. Неповоротливый танк, если честно. Я его даже не качал, я не знаю. Мне так, нравится. Ехать надо на базу. Я еще пушку выбил. Сразу первый шот на тебе в БК, короче. Mm-hmm. А второй шот уже в пушку не зашел. Да. Вообще, блин, разрабы поменяли там, я не знаю. Первый шот по тебе на любом танке. И сразу в бой уклад вносит. Это чеку попадает в любую сторону. Трансмиссия сзади, трансмиссия спереди, не знаю, ничего не помогает. Нет, тут понимаешь, у него БКшки слева-справа, БК. Мехвод попал, блин. Ты его полечил, все. Следующий выстрел опять мехвода. Блин, ты знаешь, что в этой игре, я думаю, такая идея хорошая. И запомните мою идею. Просто супер идея. Да, да, реально. Вот один огнетушитель, правильно ты берешь, у тебя три, ну, ремки, да, как это называется, короче. Ты можешь брать с собой один ремку, огнетушитель, там, и, не знаю, допаёк или что-нибудь. Короче, удвоить это, допустим, понял? Чтобы два огнетушителя можно брать, там, две ремки, понял? Это вообще будет прикольно. Так и берут. Но только не берут, берут голдовую ремку. Я буду. Не, ну вместо три, чтобы было шесть, допустим. Так, мне, блин, пушки нету. Я вижу. На тесте ты еще не играл. Там они поменяли эту всю карусель. Ну, это фановый режим. Они поменяли. Попал. Обидно. Сделали 5 танков. Там Бачат, ну, это... Леопард, Хевик. Софиня. Ты чё, так, прикольно. Так, они там выиграют хоть. Наши, я думаю, что затащат. Или нет. Блять,
корабли Или нет? какие-то. У меня есть этот фигня закрутит, мне... Да не, он даже не думает. Да тихо, тихо, у меня пушки нет просто. О, он с Израиля. Да не факт, что он с Израиля, он просто как своими поставил флаг Израиля. Так, 32-ка хочет разменять свой ХП, молодец. Ой, печально там. Они вообще там крабы, я смотрю. Ну куда ты направо поехал? Тьфу ты, блин, налево, ё-моё. Ну куда ты едешь? Вот едешь налево сразу, ну. О, батик сейчас ему покажет свой. Ну 32, блин, кидай, пушка, 32, еще кидай. Стреляй. Ну ты чё? Рачина, ну ты господи. Даёшь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, они все поиграли, короче. И 54, 54, ничего, посмотрим. Ничего, ничего, 54, сколько хп? Он вообще, у него 57. Ой. Угу. Рак на 32-ке, вот реально рак. Да, жаль, жаль. Реально жаль то, что... Да главное, видишь, что в него попадает, не чтобы потехать назад и вперед под камень стать. Все равно стоит, короче, и принимает. И он еще смотрит на тебя, поворачивает на тебя дуло. И просит. И смотрит, мол, ты ж видишь, что меня колбасит, а я с косой пушкой. Так, ладно, я понял. Бат хочет меня накрутить. Закаруселить, да. Или же убить 54. Может, он просто в КД ушел. Не знаю, куда он ушел, но мне это не нравится, в общем. У меня косая пушка и 54-ка тоже, по-моему, ничего не сделает. Он, по-моему, есть... висит, да? Ну, он стоит. 49 он может оттуда висит, заехать. Короче. Да, он висит. 49 он, может приехать с другой стороны. Но он не думает, это 54. 54, ну сделай. Ладно, что-то. Попробую. Я попробую заехать на горку, а там буду ждать их на захвате. А что делать? Варианта нет. 34-ки сколько там? Я не знаю, потому что у меня этого мода больше нету. Кстати, ты просил. Какого мода? Ты на Alt нажимаешь и смотришь? Ты же смотрел за ними или ты за мной смотрел? Не, я за тобой смотрю. А, ты за мной смотрел. Все, понятно. Мы же на стриме, просил? Мы должны на тебя смотреть. Что не, понятно. Я просто, мне интересно, ты вот тут бы посмотрел, сколько у них было. Я сейчас, и давай, я понаблюдаю по 50, на 54. Ну, такой медленный. Угу. Скорее всего, он поехал за 54-кой. Ну, посмотрим сейчас. Вон я наблюдаю за 54-кой, посмотрим, что он сделает этот... Так он же... А, он просто... Майк. Майк. Он, да он не спал, он все время смотрел в твою сторону. Ты просто мне ХП скажи, сколько у них, и все будет нормально. Угу. Батшотный, это ты знаешь. Это 49. Если он подъедет к нему, посмотрим, что будет. Как вон они там все свой, 49 фуловы вообще. О, это плохо. Угу. Это очень-очень плохо. А еще с пушкой без нормального сведения. А, тебя, а у тебя ужасно. Сколько КД на ИСе четвертом? 9.91. Ого. Если ты бата шотом уберешь, будет легче. Будет, но. Ну я думал, это ж пушка уехала сейчас куда-то. Откуда-то пациент заедет. Если он был бы грамотный... Он может откуда хочешь заехать. Я вместо тебя смотрел бы на сторону базы. Сейчас 54, видишь? Сейчас за ним поедет 49-ка. Только за камушек, кстати, батик. 34-ка, о, блин, фуловый. Я так и знал. Он фуловый. О, вон бат справа. Да, бата я это как раз не вижу. Ой, печально. Вот крапа. Ах, как нет печально. Повести печальные на свете. Дети, играющие в танки, да? Да-да-да. Ну, они меня сейчас увидят, заедут просто с трех сторон. Не, один на захвате будет. Да, на голде 3-4. Ну и что ты хотел, чтобы он был на чем? На дереве, что ли? Интересный. Давай тащи, бодрый. Нам нельзя проигрывать. Никогда, я так-то никогда не сдаюсь, ну просто особых... Ну бат 100% сейчас... Не стоит испытывать, понимаешь? Да. Я даже его не вижу, где он. Он за камушком он стоит. Или за трупом. Вон он.
Ай. Нет, вот это вот я мне не нравится, что у четверки вот это. Сейчас тебе бат сзади будет заезжать. Будет заезжать. Скорее всего, Однозначно. будет заезжать. Ух! Вот тебе просто повезло. Да. У меня такое чувство, что сейчас бат залит тебя. О, 10. Это что, фугас? Ну конечно, пускай думает, что я просто так ему базу дал захватить. Здрасте, дорогой гость. У него очень длинная КД у этого. О, красавчик, повернись, повернись. Он меня фугасом просто. Да, я видел. А, он сток. Не, он фугасами лупит. Еще один шот по нему, еще один шот. Красава, все, молодец. Бодрый док, ребята, те, кто смотрит, бодрый док тащит. Красава вообще. Так, ну этот меня, если он догадается, меня фугасом выстрелить. Я не думаю. Ну, кстати, он не, может. Не, понимаешь, тут выезд плохой. Он может слева встать и просто меня. Ладно, попробую вот так вот. Ну, ПВП ты его, я навряд ли, я думаю, что ты его сделаешь. Он, ему просто мне стрельнуть в башню. Все, он выиграл. Я попробую его сейчас вот отсюда зайти. Сейчас будет засвет. Он даже не видит тебя! Ой-ой-ой, красава. Ну, там вообще. Там пробоя, понимаешь? Там пробоя. 54, и... что не торопиться, 54. Мне не нравится, что мне, блин, движок сломали. Я бы просто даже если бы камни подъехал и начал вытанковывать бортом, он бы подъехал чуть-чуть левее, мне не хватило времени. Там просто я на спуске был, но в принципе да неплохо. Ничего, нормально, ты что? Ну, ты почти затащил, это... А я в минуса ухожу. Почти, блин. Мне не... Вот это что, 49-ка, у него была, понял, не пушка-фугасница топовая, а была первая пушка. О, так, ну что, секунду, к нам пишут кул, братья, скилл же сила. Возьму десяточку. We play power. Мы, да, скилл это сила. Да, здорово. Да, почти сила. Почти, ну. Почти затащили. Проявляется не везде, конечно. Это да. Понятно. Не, ну нормально. Ну что делать, невозможно. Во всех боях тащить невозможно. Смотри, если ты затащил бы против, ну сейчас 3-4 добил бы, ты был бы просто, я не знаю, там. Это видео могло бы пойти на ВБР и на лучший реплей недели. А я там, в принципе, ничего такого не сделал. Не, ну один это против троих остался. Ребята, ребят, бат ошибся, он, наверное, подумал, что... Он тебя заберет, да? По 49-ке или мимо, да. Он мне промазал. Так ты кинул по 49-ке, ты кинул по нему. Я так-то кинул, нет. Он думал, что я кинул еще раз, выезжая из-за трупа, понял? Я кинул раз мехвода, не пробил, второй раз кинул опять, не пробил, а третий раз выехал, понял, у меня уже КД подошло. Блин, ненавижу эту карту. Давай. Вообще. Согласен, я тоже сильно не люблю. Давай, наверное, налево. Маневр, да, налево. Я жутко не люблю справа бодаться на тяжелых. Вот слева, если нормально тяжелые, то... Только надо проезжать сразу вот под вот эту горку, под дом, то есть... Я надеюсь, что можно. То есть не останавливаешься вот здесь, вот тут, а проезжаешь вот сюда, в угол, вот так. Если их... Блин, наши тяжи что-то едут. Я знаю. Сейчас. Не волнуйся. Все будет нормально, затащим. Я думаю, что затащим. У нас 64% на победу. Ну, с этой стороны обычно вот тут вот тусуются ПТшки, потому что это выгодное место для них. У них бабаха. Будут проезжать. Нормально. У меня знаешь, что прикол? Только у меня пинг высокий. Почему? На у меня третьем? 100, да, 100 пинг. Либо это из-за интернета, либо это... У меня 70, 90, 110, вот так. Ну. Вот я тебе говорю, вот куда ехать. И ты все равно едешь не туда, вот, блядь. Вот, говорил же, вот меня сейчас убьют нафиг. Просто, тебя вот, не просто убьют, не убьют, не убьют, не убьют.
А как не убьют? Тут две сотки. Ну как не убьют? Не убьют. Я тебе говорю, что не убьют. Да убьют, тут меня некуда стать просто. Я ему ВК поломал. Ну просто жди, все, я сейчас отсюда буду их. Ой, фугасница, ай-яй-яй. Дай. Я держу. Кого ты держишь? Бабаху держу и сотку. Они все на КД. Не знаю. Да, кто на КД? Я не люблю этот бой. У тебя инфа? Я не люблю эту карту. Инфа неправильная. О, меня поставили на гуслю. Все бабаха, ну, я тебе говорил, просто заберет. Я объехал по центру, вот этот, блин. Ну, Дим, я просто привык. Что просто? Вот ты отдал со взводника просто. Привык на этой карте играть. Меня ж эти крабы не прикроют. Ой, шайтанка. Давай теперь тащи. Ой, тащу. Я на тебя сейчас зафокусюсь. Да, шайтанка. Тащи. Вот смотри, там соточка. Да, я вижу. Вот, о, 800. Не пробил. Что ты делаешь? Да я не пробил. Да что ты не пробил, ты не с того кидаешь. Ладно, сейчас суточка там затащит. Не пробит, ну два раза, ну почему? Потому что ты не туда кидаешь. Сейчас тебе в шляпы натоварят. Сейчас я его добью быстренько. Как не туда кидаешь? Да потому что ты не туда кидаешь. Сейчас я попробую. Ой. Так. Все. Мы за тебя отомстили. Так, кто еще у нас? Вафля пусть стоит там. Вообще шикарно они все делают. А где у них арта? Я шотный. Сейчас посмотрим, что я смогу тут. User in your channel timed out. Да. Отвалился Дима. У меня все кританутое. Это вообще. Это не кайф. User entered your channel. Дима, ты куда уходил? Гулять. У меня интернет повис. Я перезагружал. Понял. Сейчас я отвожу. 130 пинг. У меня танк смотрит в одну сторону, стреляет в другую, понимаешь? Как ты думаешь, заберем? Ах, ты косая, арта. Ну, я думаю, заберете. Ты откинулся? Ну, ты вышел с боя? Блин, ты не слышишь? Да, я слышу, я шучу. Все. Ну, я за тебя отомстил. Сейчас. Я за тебя. Сейчас тащим. Скилл тащит, ребята. Подписывайтесь на наш канал, Будет интересно, я вам обещаю. Обязательно. Ставьте лайки, которых на Твиче нет, но все равно ставьте лайки. Не, на видео, которое будет, ну, на просмотр. А, да, на стрим ставьте, я его залью. О, центр, едь ко мне. Честно сказать, я эту карту не очень, как я говорил, люблю из-за того, что тут прокатка вот с этой стороны. Меня убили! Вот тут они переколбасили немножко. Они там втащат, потому что там. Ну потому что они со всех сторон. Ягу они никак не убьют, если только не закрутят. Там два шота там. Они сейчас сотку просто нашу развели. Они с трех сторон. Они нас бах! Ну 120-ка, да? О, если он ничего не сделает, 120-ка, это будет. О, все, красава. Да сделает, куда? Это бух рандома, ты шо. Сейчас ему 43-й пришлет. Да. Ладно, в принципе, я не знаю, хочешь ты, там они долго будут, еще минуты 3, наверное. Давай, наверное, выходить. Давай. Тут понятно, что тут победа, я думаю. Ты знаешь, к нам кто-то просится. Я думаю, это кто к нам просится. Или нет? Я думал. Нет, не просится, поехать дальше. Что там, вопросы какие-то пишут? Нет. Задавайте вопросы, ребята, если есть такие. Хотите, можем кинуть взвод, пишите ник. Ну что, на чем поедем? Сейчас, у меня черный экран, как обычно, ничего не видно. Сейчас, мой деревянный компьютер обработает, блин, один поток данных. Наконец-то, так. Что-то мне надоели ТТ, Давай, наверное, ПТ. Есть у тебя ПТ? Конечно. У меня ПТ-шка вот такая. Я хочу самой домашней ПТ-шки, которая стреляет одноразово.
Во, у меня есть. О, мы выиграли, молодцы. Давай посмотрим Немецкая, я информацию. имею в виду. Сколько набил? Не хочу с бабахи, хочу на вот с яги. Ну, ты поиграл в прошлый бой, да? Я тебе говорю, видел ту позицию, которую Я я на ней вообще был? отыграл. Это самая лучшая позиция. Я просто... Я видел. Просто там дело в том, что когда прокатываешься туда в сторону, понял, они отвлекаются, и арта их бомбажит там просто нереально. Я просто так уже делал, но там надо прокатываться, конечно, втроем. А нас двое было. Если бы соточка еще за мной прокатилась, там бы им все. Откинули бы там сразу. Ну, не повезло, так сказать. На какой позиции наш Сейчас клан? я... Наш клан на позиции, ты имеешь в виду по сайту вот или по сайту Да, вообще? вообще. Айвайнер. По сайту вот, я не помню, наверное, в двадцатку входим. Ну, там все зависит от ГК, как брать. Я думаю, мы повысим. Тем более, Не, что у нас позиции ГК на берется сайте нормально. worldoftanks.ru. Ну, я так и сказал тебе. Так, у меня показывает До 130 двадцатки. какое-то место. На Позиция. сайте вот, ну, может, ты не туда зашел. Знаю. Меня показывают сами на меньшей позиции. То есть на высшей позиции. Ну что, поехали. Может, ты на Армагеддон зашел? Не, какой Армагеддон. Вот у Ну меня как, был не видел. сегодня бой. Слушай, я ехал на Е4 сюда и просто божил. Я был Ну там вперед. с СТшками. Что-то получилось так. Ну, мне нравится, что тут, во-первых, бача торта, если они не заколбасит немного, в общем дело. Ко мне приехал в тот бой Бачат с горы. Я ему кинул сразу ногу. Пардон, извините. И он пишет, кто в меня попал? Такие есть чудики. Интересно, кто в тебя попал? Дал тебе почти 800 плюшки. Эх, как я любил тут, когда карты еще не поменяли, как я любил на прокатке слать. О, тут домашка летела. У тебя вообще ты... Едет какой-нибудь. Едет какой-нибудь рогатый. Я не Ну, боюсь... который или новичок. Вау! Попадаешь. 54 сзади кинуло. Я вообще как не знаю кто. Как новенький здесь. Ты, наверное, давай их щеми с той стороны, Я потому что держу. они пушат гору. Я Но не я знаю, с сколько я тут ИСом-7, я продержусь. не знаю, что он тут мне поможет. Я просто я не знаю, сколько я тут на этой точке продержусь. Не понял. Ой-ой-ой-ой. О, 57-й. А, он не выехал, жаль. Не, ну я долго здесь не простою, потому что этот ИС-7 просто... Я не знаю, что он тут делает. Он просто мне не помогает никак. О, да, это плохо. Блин, постоял бы ты сзади где-нибудь. Да я-то стою, но тут, видишь, проблемы. Гора потихонечку там сливается. Ну вас там вместе Ну, у взятый меня хоть, если вы конец. вчетвером соберете, как нефиг делать, забьете. Ну, я смотри, я пока мисс три снаряда получил, и меня не пробили. Как не лазьте пока. 4. Я хочу 110, вот это, 90 кашо там забрать, если вылезет. Бубах! Все Красава. 100, как с куста. Блин, ИС-7, ну что ты хочешь, чтобы я Большой сделал? ты недели нафиг. ИС-7, отойди вперед. Блин, ну что? Этот за красный такой игрок у нас. Так, короче, брось ты этот фланг, едь сюда вот. Я не могу отсюда Брось. отъехать, мне никто не помогает. Смотри, вон выезжает, а мне никто не помогает. Если они... О, сотка. Блин, тут еще ПТшка, господи, тут еще куча Сейчас народу я осталось. подъеду, сейчас вот у нас пушат этот фланг. И что самое интересное, я в принципе тоже не могу ничего сделать, потому что они и сверху, и снизу. Я если проеду в какую-то зону, они будут меня накидывать. Ладно, я сейчас рискану, Я конечно. еду. О! О, меня уже светит. На 952, на тебе. Сейчас помогу. О, у меня здесь два друга. А, ты топовая. Понятно, дружище, Но кто ты мне в авангарде. поможет? Кто мне поможет? О, я помогу сейчас мне КД. Вот Кого против вот... тебе? О, меня уже стреляет с ружки. Отлично. Ружка, иди в этот. Ты понял, в ангар. О, я не попал. Леву забираю.
Вот этого. Убивай его, он тебя не аннигилирует. Нормально все. Красава. О, таран. Вообще хорош. Хорош. 33 хп и держимся. Еще один молодец, у нас будет медаль. Молодец, молодец. Меня ружка колбасит, но я ее жалко не вижу. Сейчас я, короче, я проеду сюда по центру. Зайду к ним. Ты живи, давай. Ты живи, да, едь туда куда-нибудь. Я попробую жить, я не обещаю, но... Мне интересно, где их не арта. Если Рушка приедет ко мне, это будет печально. У меня просто 33 хп, 2% осталось. Арта у них... Не боись. Сейчас гора может что-нибудь придумает. Сейчас. Понятно. Если я хэвика заберу, мы будем с тобой братья по оружию. Ой, вертуха. Вот она, мне ей опять не попало. Сейчас вертушка. Вертушка сейчас этот, ружка поймет, что на нее 416 едет сейчас. Красота будет. Ой, криндец, артобат меня убил. Сори. Просто... Арта вот здесь, да? Угу, да. Ну, забирай же ружку, ну что ты делаешь? Смотрим на тебя. 416. Ай. Крабстер. Так, что там у них? Крабстер. Подскажи мне, посмотри за вот этим, подскажи, что там у них по дамагу. Сейчас мы посмотрим. Ну, там КВ4 фуловы. Яга, Яг-тигр, 1000, там шотны у них. Наши фуловые, да? Хэвики, да, у нас 7 фуловые там. Ну все, тогда я еду. Хэвик 77 хп сейчас, ну сотка его не пробивает. Вот, тебя нету вот этой яги, вот чем она мне нравится, то что у нее альфа-страйк просто бешеный у бывает. У тебя вообще летает. Вот это... Вот я 90-ка 1100. У меня самое большее вылетало 1250, по-моему. Ого. И причем это вылетало с сотки. Я ему в нижний, говорится, бронелист бахнул. 1250, как с куста. Нет, это вообще жесть. Половина сотки, считай. Так, а где же ты, батик? Батик, иди сюда. Как ты думаешь, где он? Я его не вижу. Батик, артобат, он сейчас будет напротив тебя. Он меня не видит, я его не вижу. Интересное положение. Неужели на воде? Нет, ты посмотри, нету. Ну ладно. А, я был прав. Я был прав. Иди сюда. Опа, бат. А что тут? Ой-ой-ой, бат, смотри, что. О, на тебе. Был. Слева у тебя я пятый как раз. Это фейл. Как говорится, бата фейл. Так. Так, смотрите, попаду, не попаду, 110. Ну, куда ты отъезжаешь? Подсвет. Четверочка, подсвети, родной. Подсвети, ой, красавчик. Туф. О, красава, все. Хлобыси нету. Еще и на базе стою, а, красота. Да. Жалко, что ты умер, сейчас бы медалик получили. А, ничего бывает. У меня 33 хп было вообще. Ну, я, как говорится, я свою, да? А ты в этом нормально настрелял. Собственно, реабилитировал меня. Да, да. Но сколько ты вообще... накинул? 1005. Сейчас. Я не глянул. 5 фрагов накинул, сколько тысяч сейчас. Я ж понял, я вслепую 100. Сейчас посмотрим, давай. Сколько? 4751. О, ну нормально. И выстрелил 6 из 6, смотри. 6 из 6. Ни одного не промазал. Молодца. Так, возьму-ка я вот эту еще вафлю. Вафлинтраген. Вафлинтраген. Я его называю так. Или, да, или вата. У меня есть просто. Вафля на моем, ну, другом аккаунте. Не, давай. Бери, что хочешь. Ладно, я побарабаню с тобой вместе. Поехали. У меня у нее еще экипаж слабенький, там ББшек, боевого братства нету. Поэтому играю как смогаю, как говорится. Да, нормально. Сейчас. Опять песчанка. Опять. А нет, это не тот. Я думал бат, который понял. Да, да. На песчанке играли. Это... А, не батон, я бат. Так. Ну что? Мышки. Блин, жестокое будет месиво вот тут. А нам нечем танчить. У нас только хэвик, вафля. Честно сказать, я даже не скажу, куда нам поехать.
Давай, наверное, поехали все-таки сверху. Сверху? А потому что можно откатиться. Тем более одна арта. А Ну, если мы понятно. заедем туда направо, понял? Мы заедем, нам нечем, во-первых, танковать, они по-любому туда пройдут. А мы их можем вот отсюда вот так накидать, слева направо. Либо же отсюда вот так вот, когда на базе. Блин, для чего они будут пить Кстати, Мауса? если понял, если они О. будут вот так все проходить, можешь зайти вот сюда в карман, на крайняк. И просто подождать, когда будет базу брать, подтянуться, понял, сюда вот. И надамажить им по корме, мало ли. Ну я сейчас чувствую, сейчас тут будет быстро. Я Я, очень наверное, может сюда надеюсь. даже запилюсь. Слушай, эти варианты. Запилиться в центр, понял? И когда будет на пролете они проходить, они будут проходить. Ой, минус. Да ну, это фигня, ТТ-54. Попал на гуслю и все. О, ПТшечка, смотри, куда О, приехала. две. О, и вафля, и 54-ка. О, да тут есть что подамажить. Мясо, мясо. Ну, короче, сверху, я снизу пойду. Я хочу посмотреть, как они стоят, во-первых. Ой, минус. Эй, по-моему, я уби... Ты сво не аннивелировал. своего? Не, я борща, короче. Блин, я вообще еще не доехал никуда. Ой-ой-ой, короче, это называется Так, ой-ой-ой. ололо. Ого, раш, блин, что-то непонятно, они Сейчас кого творят тут. забирать? Выбирай. У тебя есть меню. Давай, давай, забирай. Потому что у меня тут врагов хватает. Блин, они... Я Во. забрал 114 по Я шляпке, вижу. давай там, у меня КД пока. Только ты давай быстрее, они сейчас будут тут прокатывать. И... Извиняюсь. Нормально, нормально. Он сейчас в меня попадет. Ну, попал в меня. На тебе. Ослоед. Я в КД. Ну, Добивай, осталось ему добивай. 45 хп. У меня Вот и они приехали. 18 секунд надо его крутить. Поехал я на базу, наверное, потому что тут сейчас будет жарко. Да, нормально. Он... Все. ИС-8, ты мой. О, еще Слушай, Маус кидает. у меня дикий вопрос, где мыши? Что, Он вот тут кидает. стоят, что ли? Да, они кидают меня оттуда. Да ладно, Я тебе ничего себе. клянусь. Вон, второй раз попал. Что они делают? Они серьезные, что ли? Маусы, я хочу вам сказать только одно. Пятипроцентный. Что вы такие раки. Что мы... И на гусле он. Что я давно Они не таких... раки, они просто далеко не хотели ехать. Она сидят, пивко потягивают. Тяжелопузы. Тут половина рандома, наверное, так играет вечером. За с пивом. За пивасиком, да. Ну а чё, легко идет, напрягаться не надо. Ну-ну. Правильно? Конечно, я согласен. Так, ну с мышкой я не хочу, блин, встречаться. Поеду, наверное, в объезд их немножко. И что ты боишься Давай, машинок? наверное, под... Да потому что я откидаю, я их не заберу, а они меня надамажат Я с только. такого расстояния просто не попадаю в эту мышу. Только в путь, слышишь? Ты, наверное, давай вот так вот. Вот сюда вот срезай, вот сюда. Понял? Куда? Вниз? Ну, Сейчас. конечно, вот сюда срезай и вот Я в сюда центр не мне могу, на просто помощь. я лучше сверху помогу. Ну реально не Как это могу. ты не можешь? Потому что они меня контролят отсюда. Ну с проезда, вот отсюда, короче. Они тебя не видят. Спускайся вот так вот. Сейчас. Они сейчас поразберут пол команды. Я сейчас. Я помогу, обещаю. Ну сейчас 120-ка приедет. Но почему Маус так ромбиком неприятно? Ну куда снаряд уходит? Оу, маус проехал вон куда. Сейчас ему бабаха. У меня Бабаха просто... на 1115 ему всадила. У меня просто два барабана в Вообще. молоко ушло. В него не Не пробить и не страшно. пробить. Сейчас я попробую забрать, где У же меня эта тварь, КД. ё-моё. 6 секунд еще КД. Да, не вопрос сейчас. Ну дайте один раз хоть шотнуть, пробить этого. Критическое повреждение. Патон. Генерал Патон. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, батончик, иди сюда. Блин, я плохо надамажил в этом бою.
Ой-ой-ой, а где 54-ка? 54-ка, наверное. Попал с думала такого... поехать за артой. С такого уже там. Ах, там? Последний не попал. Называется. Угу. А батон, понял, стоял задницей в мою сторону, развернул пушку, дал мне все-таки на 390. Свой альфа-страйк, как говорится, средний. И потух. Он, наверное, там сейчас так ругает свою команду вообще. Они практически ничего не сделали. Самый лучший вариант для них был пропушить с левой стороны от них. Не, ну это было правильно, что вы поднялись линию наверх. Это было очень правильный выбор. Кстати, я надамажил даже больше тебя. Как это может быть? Ну потому что у меня врагов не было. Я же стрелял издалека. Я еще даже получил от этого Мауса пару раз. Так. Давай, я бабашку возьму. Ой. Блин, трак, если... трак бабахин. Давай посмотрю, если я могу ВК-шку починить, у меня просто серебра нема вообще. Так, если голову убрать... хочешь... Я не могу вообще его починить, вообще. Не-не, поехали. А что за ВК? А, подарочный, то что, за ивент. Я понял. За первую компашку. Да, я за первую компанию. А за вторую что давали, я забыл. За четверку или это? Не-не-не, за вторую давали М60. Батона, М60, ВК, да. Или 907. О, эти Алёши играли против нас в прошлом бою. А сейчас они с нами. Второй взвод. Какие? Вот эти Алёши. Блин. А, так. Ну, нормально они вроде. Слово. Они были против нас. Процент победы у нас 78 показывает. Ну, смотри на команду. Как не факт? Смотри на команду. Ты понимаешь, тут... Не процент абсолютно можно не ориентироваться, потому что он не учитывает там некоторые факторы. И плюс он показывает, например, мы ставили в тесте 7 против 260. А, ну да. И как бы ты игроков не равнял, какие бы там нубы не были на семерках, он показывал 72% победы. 72-71. Каких мы там только не пробовали. Мы поставили статистов, но поставили, короче, потом... В одну группу там, скажем, 53-54%, винрейт там до 1500, да, а в другую там такие ярые статюги, там просто винрейт от 2000, ну, на 260-х, и все равно показывал, что семерки вас сейчас нагнут, так что. А в реале кто? О, и сдох, а и не сдох. А кто кого? В реале я не помню, ничья была, но ничья из-за того, что... Вау, на тебе ваншотика 950. Да, красавчик. И меня сразу засветился, но меня не могут тут прострелить. Ну, блин. В реале вот 260-м, да, один на один не хватает семерки пробоя. Он даже голдой зачастую рикошетит его просто-напросто. Так ты думаешь, что 260 сильнее, чем ИСе? Я хочу сказать, что у семерки просто крепче броня. А так пушка 260-го стреляет немного быстрее. И плюс она как у четверки, то есть она точнее там. Это... Пробоя ему хватает, но в определенных ситуациях он просто не может. Я сейчас захочу поскорее ЛБЗ исполнить. Но танк хороший, я лично хочу. Я хочу 55-го, 9-го уровня, очень хочу. 55-го, ну, не знаю. Он неплохой, да, но это не 54-ка все-таки. Ой-ой-ой, ниже снаряд пошел. Сейчас бы я 130 убил бы, конечно. И причем классно так. Пролета между двух домиков. Ну почему вы меня гуслите? Ну почему? Я же просил вас по-хорошему, ребята. Смотри, сейчас. Видишь, что там ФВ, да? Угу. Смотри сейчас. Давай. Я надеюсь, я попаду, конечно, сейчас. Бахни, вон 62 у тебя там все смотрят. Сейчас. Не-не-не, пусть она отъедет. Сейчас, 4 секунды, я кому-то вмажу. Ну я на ББшках. Давай, ответь назад, ФВшка. Вау. Чуть назад, ну, ФВшечка, давай. Ну блин, второй раз не попасть. Блин, да. Прикинь, блин. Я попал в этот. Обидно, я попал в камень. О, 50 Б, ты можешь его посмотреть? Если можешь. У меня 140 уже кидает собакин. Короче, сейчас придумаем для вас прикольную позицию. Наказание, да? Угу, сейчас 62. Ну, просто выезжай 62. Я жду 62. Бабах!
1195. Это я фугасом. Если я не ошибаюсь. Да, по-моему, фугасом. 62 уходит. Я сейчас зарядил ББшечку. Сейчас я ему попробую прокинуть еще. Сейчас ФВшка. Сейчас родненький, дойдет и до тебя очередь. Бат тут издевается. О, на наши уже, они уже разворачиваются. Да все, там, я думаю, вы их заберете, там не проблема. Я вообще урона 0, дамага 0. Да. Ну, ты старайся. Да, да, да. Давай, давай, старайся. Ну хотя бы одна плюшка мне нужна обязательно. Ой, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой! 1200! Да я нас и тут неплохо кормят, как говорил один. Вот, жирный мультик. И что, ты мне сейчас будешь гуслить? А, он не додумается, он же олень. Он не додумается, что мне можно... А, додумался. Он додумался. Ой, я на ровном месте стою. Вафля. Хорошо, вот это. Я не пойму, какие у вас тут могут быть проблемы. У вас тут куча просто. Да какая куча, смотри, они все слились, эти ракалы. Да? Алёши разные. Вот оно чё, Михалыч. На гусле. Ой, мне конец. So, help. Ты давай, вот, видишь, у тебя снизу сторона. Если что, просто падай вниз, тебе там прикрою. Вафелька. А там уже просто, там, сейчас их поубивают. Хотя вы шотные там. А, да все, вы втащили, там нормально. Фух. Зря ехал, собственно говоря. Блин, вот зря я тебя послушал, зря ехал, а вот куда ехать. Нормально. Ну для этой ПТшки, если правильно играть, то надо... Это я сейчас снайперил. Вообще надо на ней играть как бы на второй линии. То есть ТТ дамажит, как только КД получилось у врага, сразу выходишь, мяким на 1000 или сколько попадет, и скрылся опять на КД. Но я сейчас решил поснайперить, потому что удачно прошло, я стоял в нужном месте. Так, о, нормально. Кидал сквозь камень. Мне не повезло только первый раз. Хорошо так корпус висел, но снаряд ушел влево, попал в камень. Это часто такое, это ПТшки. Ну, третьей, второй степени постоянно. Да, мне тоже. Сейчас посмотрю, какой степени получил на этот раз. Второй степени. Мастеров я уже... Да, мастеров уже давно получил. Вот на вате сотой не получил. Не, у меня тоже есть на... Так, не, на бате давай... я получил. Не, на вате, на ТС-100. Вате, понял. Так, давай, наверное, СТ-шку я возьму. Китайца сейчас, тем более, там не запускаю. Я сейчас посмотрю, что там за задача. Победа любой ценой. Отлично, командная работа выполняется. Все отлично, все пучком. Давай. Понятно. Я не помню, ЛБЗ я выполняю или нет. Наверное, нет. Там определенные задания надо. Ну, фиг с ними. Это я когда вот сфокусировался на ЛБЗ, там один играю, что тогда могу выполнить. А когда вдвоем, я выполняю только те, которые уже вообще реально не могут. Ну или втроем с водой. Втроем это самый лучший вариант. Ой, как хорошо, у них Т110, да. Т5 красненький, как помидор. Ну, смотри, вот если с Т1, да, вот, сейчас считаю, мне надо выполнить. Просто нанести урон, победить в бою и попасть в топ-3 игроков по опыту. Вот. Вроде простое задание, выжить в бою это дополнительно. Я даже этого штука еще не забрал. По громкой связи говорил. Да штука это вообще, и он у меня пылится. Это, так. Да я его еще вообще это, не знаешь... получил. У меня еще одна задача, последняя на ЛТ, последняя. Ну я тебе рекомендую, просто стань в куст ходовой там где надо. На Малиновке обычно и как это, Редшер. Там есть куст на центре, стал и стой, и вообще не двигайся. Подсвечивай, катайся. Блин, мне столько нужно серебра, я купил бы столько танчиков, которые мне нравятся вообще. Пофармить-то надо. Да. Берешь прем и фармишь. Да. Так. Есть же прем? Конечно. Вот. Блин, 121 упал, что ли? А, я же забыл, у этого танка пушка энгибушка вообще. Да. Уф. Ой, ну конечно, я же сюда один должен был приехать. Это было понятно. Не понял, это сейчас что было? Пусть танк прошло, что ли?
Ну я же тебе говорю, у меня снаряды так Приколы. летают. Ладно, я понял. Если ко мне сейчас Намек прилетит понял. судопад, мне конец. Давай, наверное, уходи оттуда. Будем отжимать по две стэшки. Сейчас я пройду вот сюда, вот к ним. Тут их вроде мало. Так тут никого нету, смотри. И что будем делать? Ну думай тогда, я тебе уже сказал, что делать, а я пока нагибаю этих. Ну я еду к тебе, короче. Потому что они не знают, что тут твоя команда СТшек. Блин, может через центр проехать вам? О, отсасывает у нас. А батик-то на КД? А батик-то на КД, ребятки? Ну, ФВ-4202, умница. Еще будешь пройти. Сам едь, олень. О, 110, смотри, где они. У меня чат выключен, потому что... мне реально крышу сносит иногда, когда я соло катаюсь из-за... Или тупости, или я не знаю, или просто, ну, идиотизма. Я просто, ну, не беру во внимание то, что ты пьяный, иди, блин, спи там, футбол смотри. Пьяный, иди катайся взводом, я не знаю, на каких-то дебильных танках. Но ой. Когда ты на десятке катаешься как крысина просто, ну это помощь так. Тут нужна будет. Можешь... Вау, со всех сторон. Многие, конечно, получают фан от этого. Но я не вижу этого в этом фане. У тебя сколько КД на 121? КД 7,92. Мне конец. Ну, я тебе когда говорил? Уходить? Да я уехал и вернулся, они, оказывается, по центру проехали. Ладно, бывает. Мне же тоже можно умереть первому. Между нами двоими. Ну, лучше не умирать, наверное, да? Ну, лучше, конечно, не умирать. Но что делать? Ты лучше, знаешь, потуху подстрахуй. Ты лучше пару раз откатись. А потом уже споймай их нахрапом, чем вот это слился, а потом ничего не делаешь. Сейчас я вот они пока меня не видят, я сейчас прокачусь немного правее. Да, ну у тебя альфа вообще прикольная, но... У меня не альфа, у меня минус танка в его меткости, грубо говоря. Да. Я вот сходиться. Сейчас промазал, а я вот сейчас промазал, а мог бы реально забрать просто. Просто за так вот просто забрать бы его. Пам-пам-пара-пам-пам. Сейчас, ну, тут понятно, тут уже их практически никого нет, да? Я вижу, что поехала одна собака, поехала снизу, так? ЛТТБ, думаешь? Да, да, я думаю, это хитрый жук. Хочет нас объехать. Вон он, ты прав. Ой. Прикинь, не попал, да? Он тебе еще пробил. Да, пробил. Знаешь, у него корпус странный у этого ЛТТБ. Зачастую да. Не пробиваешь. Ой-ой-ой, а что такое? На гусле, да? Ага. Хорошо, братюня, потанкуй. Отомсти, отомсти, отомсти. Потанкуй, братюха, потанкуй. Так, ну только ЛТТБ мне не надо, вот, пожалуйста. Да забери это. Ну видишь, он... Да нет, мне надо забрать. Тебе арта сейчас закинет, тебе будет неприятно. Мне надо забрать 121-го. Ну да. Без варианта. Ну что? Если я его не заберу, у меня ТТБшка. Ну ничего. Все, молодца. Танкуй. О, ФВшка приехала к тебе. Два шотика. Он и ты. Вот и все. А где CDC? Они его убили? Нет, он жив. Как жив? Он а, может... он вниз упал. Он вниз упал. Вот ложки. Хорошо. Я поеду, там, я думаю, разберутся без меня. У нас уже слились ребята на их базе. А ну, потыкай там по ним, посмотри, сколько вот на вот этих вот ХП там. Хэвик у нас сотный, 387 CDC ХП. Беру. ФВшка сейчас, я просто CDC-шка вылезет, понял, и будет нам по жопам накидывать, я этого не хочу. А он вылезет, скорее всего. Угу. Посмотрим. Ну, я сейчас проверю просто, для перестрахуюсь, как ты кажешь. Чтоб он
Дерзкий парень. Ну, наверное, внизу не поймет, как тут забраться сейчас. Ну, мало ли. Вон он. Молодца. Было предсказуемо. Так, семерку сейчас мы его... Да. Умник. Он думал, что умнее кого-нибудь. Нет, он молодец, что ты просто... О, а сколько у бата? Сколько у бата? У бата сколько у бата... Блин, не вижу сейчас. У ихнего я бата. Понял, так ты понял. На арту переключись. Быстрее только. О, ух! Бат. 293 было. Да, уже не важно. Да, было. Уже не важно. В догоночку, не знаю, попал, не попал. Так, а что вот эти, я не пойму, жуки, они что там вообще? Да, они сейчас его заберут. Вот у тебя справа центр. Центурион. Я понимаю, мне не нравится, у меня не хватает углов, и центурион стреляет точнее, чем я. Но не этот центурион. Да нет, он забрал же тридцатку вроде. Ну, он картон стрелял. Это физически не хватает первый углов центурион. Просто. Восьмого центуриона... уровня. Так. А, фу, это первый. Ну, что слышишь, а я думаю про девятку. Ну, я же тебе говорю, это не 7-1, а просто... Да, я понял. Я ж, короче, понял. Но у него пушка-ковырялка, и причем быстрая. Угу. Он меня расковыряет за два шота, а у этого не, танка не, быкашка. Ничего. Быка вылетает на раз-два. Орта, скорее всего, вот здесь стоит, раз они ее не увидели. Сейчас посмотрим. Бум. У них и арта неплохая. Однопалечный неплохой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что сейчас было? Я же говорю, снаряды просто уходят. Никуда. Не, я сейчас... Блин, не хватило немножко угла. Все. Арта твоя. Надеюсь, сейчас мы... А чё это я с голды стреляю? Ё-моё, ну вот что за бред? Вот как оно переключает меня? Нормально. Да что ж нормально, хотел тоже в плюс уйти, блин. Вон. Противный обнаружен, противный. А, я его не вижу, слушай. Обидно. Ладно. Я что-то думал, что он тут. Там оказывается такая выемка, что... Его даже не видно было. Еще одна победа в нашу пользу. Да мы нормально постреляли сегодня, кстати. Угу. Еще и стрелять можно, пострелять. Привет, кто подключился только что. Да-да-да. Мне дали какую-то даже награду. Слушай, вы представлены к наградам. Выполнить с отличием 30 личных боевых задач. Прикинь, я выполнил. Видишь, молодца. О чем мы с тобой говорили. Да с успехом и 100 тысяч мне в казну, а? Сейчас посмотрю. Сейчас я поставлю, что тут. Выполняется вторая задача. Точно в цель. Произвести не менее 12 выстрелов, нанесших урон. Но это надо взять совка. Он быстро стреляет. Так, Дим, я думаю, что у нас сейчас будет последний бой. Ну да, давай. Последний я совка беру. СТ-шечку. Раз. Раз. 140, моя любимая. Мой любимый совок, почему-то, не знаю. Комфортно. Играю на нем. ГК, он хорошо играется. О, Моссад, израильский клан. На Моссад у нас. Моссад. Моссад. Американы. Не, это. Моссады. Господи, сегодня я ж приехал в Днепропетровска. Ага. А там же ж, я не знаю, но мне сказали, что это самая большая там синагога в Европе там. Там же ж Коломойские все дела. Да, да. Вот. И там самое большое здание, оно такое, блин, вообще шикарное. 5 улиц занимает пространство там. Да. 5 улиц, короче, его обходят. Несколько ярусов. А здание, там, где нарисован, я не знаю, как это правильно называется, пиктограмма или как вот это, значок. Маген я Давид. Не знаю это. Вот это Маген Давид, да, это как, это... Символ. Это щит Давида называется. Щит Давида. Это. О, щит Давида, вот. Да, еврейский. Ну знак. Ты. Да, ты вот понял. У меня такая татушка на спине у меня с этими, с крыльями.
Так, в общем, о чем я говорил, это здание, вот там, где нарисовано, то есть это главный вход. И оно сделано как вот американские суды, то есть там колонны такие здоровенные, колонны такие вот. А пока, слышишь, пока я говорю, я заметил одну штуку. Мы едем тут втроем. Ну, Чё за подожди. нафиг-то? Вот, чё за нафиг? Вот где они? Они думают, что мы Как? вдвоем, если мы, ну, березовые. Ну, я не знаю, у меня военводство, мы Блинский. березовые. Ну слушай, нам тут вообще не вариант стоять. Это я тебе сразу говорю. Вообще никакого варианта нет. Может, просто постоим и постоим. Просто постоим. Ну вот. Ну, ГВшки, Нет. ГВшку сюда закинем, да? Если станет вот. Вау! Красава! Я не вижу Броня никого. не побрита. Броня не побрита. Ты не едь туда, там арта закидывает. Если Кто эти сотка я приедет. тут? Вот если бат вот сюда станет, то закинет. Ну да. Так. Но они походу будут пушить снизу, а наши крабы видят. То есть, ой, у меня опять... У меня пин 100 почему-то на этом сервере. Ну, у меня 8, 70, 100. Вот так У падает. меня тут должен меньше пин быть. Это, скорее всего, мой провайдер так лохматит. Хочешь проехать до угла? Ну, вон они уже там бодаются с нашим 2-6. А не вон, они Короче, пушат его. хорошо, я понял. Подстрахуй, братуха, подстрахуй. Сейчас мы слева. Ладно. А, вот еще бат. Смотри, бат снизу. Шот. Кидай, быстро, быстро убиваем его. Аннигилируем просто. Один. Ой, молодца. Вон Так, бат. смотри, вот этот бат сейчас, вот это сейчас бат будет КД, Он понял? КД уже. Справа. Ты подожди, справа там будет 57-й. Сейчас там будет жесть. О. Нету 57-го. Давай, 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 он уходит. Да он далеко-то не уйдет. Я падаю Зато за есть ним. 120. Зато есть 121. Он в КД, надо его забирать быстренько, потому что он нормальный из-за этих Добирай, добирай, команды добирай. их. Арта Есть КД. 121 тут. Арта КД, арта КД. Да меня вафля бьет уже. А, меня вафля убила. Вот это, сука, понял? На Да-да-да. 4 выстрела меня. Но на КД, она сейчас умрет. Так. Давай, тащи, короче, потому что тут вот сейчас я гляну 268. Я зафейлил, блин, надо было упасть. О, хэвик полный, слушай. Давай, тащи, тащи, Ой, не попал, нормально. не попал, не попал. Артобат. Ваншот вообще, напиши арта, красава. Не бойся, вафля уже КД. Да Давай, какой тащи. когда она мне кинула сейчас? Это последний ее выстрел. Бей 90-ка, бей, не обращай внимания на эту фигню. Убиваю. Давай, давай, давай. Хорош. Давай теперь вот сюда направо, там уже Да. пустись. Вон он. Давай, давай, давай. Во, твой, смотри, Да я в него коричневый. не попал, я не попал в него в прошлый раз, я его видел на прицель. Вот, добивай, добивай. Добил. Добили. Ничего, Ну ничего. все, давай. Так слышишь, прикинь, 268 красава вообще. Не побоялся, дал шотик по заднице Хевику, и арта его добила на 1500, вот этот конь. Это я не видел. Ну ты не видел, потому что ты просто обзора не было. Капец, арта вообще. Два шота, вот прикиньте, да, ребята? Да. Два шота по коню, с коня вот этого, 1500 и бату 1400. Не, ну Колин Твинк видно, ну Класс, вообще да? офигительный. Ай, что ты делаешь? А Дружи там его, еще ловил. вафля, да, я лол, я лол, А, я вафля лол. еще. Ну мы, Ты лол, короче, да, тут... вот реально. Я забыл, просто заговорился с тобой. А ну, интересно, он бата уберет? Мне тут А, сейчас... вафляж. Смотри, батик. Давай, батик, батик, давай. Ой, ушел. Жесть. А Ну, радует второй? одно, что вафля сейчас КД будет. Мы берем базу и, в общем, тут Нет. уже, в принципе, все понятно. 263 страшная машина вообще. Конечно, у меня есть видос, там я вообще нагибаю только так, только в путь на нем играть. Бат Ну что, уходит. но точная, бронированная. Что тебе еще надо? Да, в лобби вообще, если встать на него нормально. Ну, Ну, карает его рта. красный, Это красный. жесть. О, молодца. Есть, все. Молодца, молодца. А сколько 75. 75-й? А Ну, 75-й он на почти... 1000. Да.
Ну, они, короче, тут, на балконе. А ну сейчас я на вафлю сфокусирую, что он походу КД. Но они вон. Его не светят. Вон, вон. О, броня а, не бомбит. Пробил. Не пробил. Смотри, он не знает, он сейчас его затаранит. У него мехвода нет. А, мехвода нет. Парниша поиграл сейчас будет. Он даже на него не смотрит. Ну ты рак 75. Он хочет просто сбить захват. Тарань, тарань. Он хочет захват сбить. Да я понял. Ты посмотри, что делает. Красава. Очки захвата не сбиты. Арта прикинь, молодца. Куль. Прикинь, да? Даже 62-ку не убило. Вообще вау. Жизнь. Ну что, последний это, да? Да, это был последний бой. Это был хороший бой. Ну нормально, конечно, нас поубивали. Не, ну я не знаю, я накинул нормально. В этом бою тоже. Не, я откровенно плохо сыграл. Мне не понравилось. Ну просто вафля мне в задницу снарядила 3 снаряда и плюс 121 задницу. Я тебе сказал, ты просто за мной не поехал. Я говорю, поехали. Да я затупил. Ну, сяк, это мы косяк. Да, ну, нормально. Что поделать? Бывает жизнь огорчения. Я еще в плюс 21 так, ну что? Штуку пошел. Ну да. Ты в плюс ушел, да? Да, 21 а, ну так тысяч. Слышишь, ты ж настрелял еще сколько после моей. Говорится, героическая смерть там. Я понимаешь, я считаю же своим трупом я тебя спас реально снаряды, которые вафля тебе могла дать. Ну да. Так что ты мне должен уже. Ладно, дорогие зрители, спасибо, да, что спасибо были с нами. Всем, что и для вас стримили Ханох и Бодрый Дог. Да, ребята, подключайтесь, вписывайтесь, смотрите на нас. Мы, в принципе, каждый день играем. Анох играет с ребятами, да, я, может, реже, потому что я делаю видосы для вас. Мой канал найдете на Ютубе, группу найдете Overskill, ищите в группе ВК, ну и сообщество тоже Бодрый Дог. Подключайтесь, играйте с нами, будет интересно. Да, заходите на Ютуб, этот стрим будет обязательно на Ютубе. Заходите, смотрите, ставьте да, лайки, я подписывайтесь. Да, Ханок, я залью этот стрим. Обязательно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все, ребята, всем все, пока. Удачи, всем спокойной ночи. Бай-бай.